предел. Особый алтарь, отдельный от главного, содержащий в себе все, что составляет принадлежность всякого алтаря, то есть престол и жертвенник с принадлежностями и прочее. Подобно главному алтарю, отделяется от других частей храма иконостасом, имея целию и клиросы. Пределы устраиваются в относительно просторных храмах для того, чтобы можно было совершать две литургии в день, поскольку на одном престоле литургия священно действуется не более одного раза в день. Предел, как и главный алтарь, обращен к востоку.